Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим об одном таком аксессуаре, как соприкосновение судеб. Очень полезный аксессуар на самом деле для многих специализаций дамагерских классов, именно милишников. Допустим, для воина, для паладина, для рыцаря смерти и для каких-либо ловкачей, по типу там охотников, разбойников, монахов. Этот ринкет позволяет откатывать ваши бурсты на 5 секунд. То есть вы используете, используете, используете способности, и бац, бац, и ваш бурст сократился на 5 секунд, его время восстановления. Весьма полезно, весьма классно, очень хорошо комбинируется с 4 Т20 от Армс Воина, и вообще очень хорошая тринка. Любого она эквипа будет, все равно будет давать минус 5 секунд. Чем выше ее эквип, тем просто больше на ней мейн статы. Теперь же мы перейдем на ПТР вкладку игры, а именно 7.3.2. И что мы можем увидеть? Соприкосновение судеб 875 эквипа, все аналогично, то есть там я вам показывал нормал ее версию, и тут аналогично показываю нормал версию, но только окей. Показатель силы на 875 аксессуаре с живой учетной записи с живых игровых миров 1634, а с тестового игрового мира почти 1800. Одинаковый эквип, я вам серьезно говорю. Если хотите, можете пересмотреть, перекрутить видео чуточку назад. Но время восстановления мощных способностей теперь сокращается лишь на 4 секунды. Они подняли мейнстат, но сократили на 1 секунду восстановления бурстов. Для чего? Чтобы за этой трини не охотились, чтобы одевали новые аксессуары, и чтобы комбинировали новые аксессуары и не ходили со старыми. Так как вы все прекрасно знаете систему Titanforge, которая позволяет прокнуть шмоточку максимально на плюс 75 эквипов. И таким образом мы можем лутануть конкретно с рейда максимум. Максимум мы можем лутануть часики какие-нибудь там 980-е, получается, когда выйдет контент Анторуса. И просто чтобы люди как-то не охотились, что ли, за этим тринкетом. Я смотрел абсолютно все другие, по типу Шепота и других популярных триник, и их не затронули, затронули именно часики, именно соприкосновение судеб. Весьма интересно, на самом деле, чем обусловлен такой выбор. Не знаю, доберутся ли они до других аксессуаров. Посмотрим. Пока что официальных изменений насчет этого нигде нет. По крайней мере, я не нашел, может быть, найдете уже в ближайшее время. Может быть, это просто баг, но измененное количество силы и измененная единственная секунда разрушают эту надежду на самом деле. Сейчас я смотрю на живой учетной записи, и на 905-х часах мы имеем 2162 единицы силы, а в версии 7.3.2 2378. Мейнстат — это классно, но эта секунда может сыграть большую роль когда-то. Да. Обидно, обидно, что аксессуары нерфятся, теряют свою актуальность, но все-таки не вечность же ходить с аксессуарами старого рейда. Хочу услышать ваше мнение по поводу этого. Скажем так, соглашаетесь ли вы со мной или наоборот, у вас есть мнение какое-либо другое по этому поводу. Хочу услышать вас в этой ситуации. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Там легендарок побольше, да? Берегите ноги, как говорится. Чё еще? А дальше вы, короче, сами все знаете. До скорого.